Зеркальная гладь пруда, свежий воздух, рядом лес. Идеальное место для создания зоны отдыха жителей, отмечают представители районного совета депутатов. В ходе выездного совещания депутатская комиссия посетила несколько парковых зон, чтобы оценить перспективы их развития. В рамках реализации партийной программы «Парки Подмосковья» и программы губернатора модернизации военных городков, мы посмотрели, какие работы проделаны, какие работы планируются. Мы видим реально, как улучшается сейчас зона отдыха нашего населения. Мы посмотрели Щелково-7, ту территорию, где возможно сделать замечательную зону отдыха около двух прудов. Мы проговаривали это с Алексеем Васильевичем, и я думаю, что это будет реализовано. Посетили депутаты и городской парк, где за последние годы появилось множество новых атрибутов отдыха жителей – от велопрокатов и спортивных площадок до комфортной инфраструктуры для прогулок. Модернизация парка продолжится в дальнейшем. Сейчас разрабатывается концепция развития. Архитектурное бюро, разрабатывая, определяет зоны на территории всего парка и их возможное наполнение для того, чтобы в дальнейшем готовить проектно-сметную документацию, входить в областные программы и реализовывать их совместно с бюджетом. Депутаты также положительно отметили работу по благоустройству пешеходной зоны на набережной вдоль улицы Шмидта. Она позволит создать в центре города закольцованный маршрут для прогулок, который как раз будет соединен с городским парком. Набережная по улице Шмидта, которая благодаря губернатору Московской области у нас появится уже в этом году, она как бы продолжит зоны активного отдыха в городе Щелково. Она продолжит вот эту, помните, мы говорили, такую закольцовку по городу, где люди могут гулять, могут кататься на велосипедах, могут совершать утренние пробежки. Правительство во главе с нашим губернатором, с Андреем Юрьевичем, в рамках программного исполнения бюджета, они сделали очень большой задел. Мы сейчас уже видим реализацию всех вот этих проектов. И самое главное, мы видим перспективу дальнейшей реализации. Поэтому, например, мне очень отрадно, что Андрей Юрьевич подал, так сказать, документы на выборы губернатора Московской области, потому что я считаю, что у него все получается и получится дальше наше Подмосковье привести к очень хорошему результату. В микрорайоне Чкаловский также будет создана новая пешеходная зона вдоль улицы Гагарина от перекрестка с Жуковского до Вечного огня. И до памятника Вечного огня вот эта вся территория будет... То есть получается вот здесь пешеходная... небольшой сквер? Да. С пешеходным покрытием, с прогулочной такой вот возможностью. В одном из самых удаленных поселений Щелковского района, бывшем военном городке Монино, также будут проведены масштабные работы по благоустройству парка. Что предполагается? 4 площадки. Это вот в этих местах. Вот в этих местах. Они будут сделаны. Допустим, здесь у нас будет воркаут. Не воркаут, а как скейт-парк. Скейт-парк. Скоростные такие. Да, с левой стороны, в конце парка. Здесь планируется воркаут поставить. Вокруг идет у нас много ветеранов ходят. Канадским ходом, скандинавская ходьба. У нас по программе реконструкции военных городков достаточно большое количество субсидий выделено Московской областью. Это благодаря губернатору. В прошлом году мы сделали вот этот парк возле Дома офицеров. Сюда порядка 20 миллионов. При нашем софинансировании 10 миллионов из 20. Сегодня у нас есть уже соглашение на 50 миллионов на продолжение этой программы. Восстановление скверов, парков, пешеходных тротуаров в городе. Как отметили депутаты, программа модернизации бывших военных городков в Монине затрагивает и множество других сфер жизни, от ЖКХ и соцобъектов до ремонта дорог. Мы посмотрели парки и увидели в Монине, что происходит еще внутриквартальный ремонт дорог. Очень впечатлены, очень молодцы. Монин у нас работает. Александра Гранич, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».